Во время съемок недавнего выпуска шоу «План Б» Ольга Бузова внезапно высказалась о своем бывшем супруге Дмитрии Тарасове во время свидания с одним из участников шоу Валерием Поповичем. На телезвезду нахлынули воспоминания, и она почти тепло вспомнила о бывших отношениях со своим экс-супругом. Бузова сообщила, что ей очень не нравится, когда ее личные ресурсы кто-то использует в личных целях. Но при этом она всегда готова поддержать любимого мужчину во всех отношениях. Она заметила, что именно ее любовь и поддержка помогли Дмитрию Тарасову достичь таких высот, о которых раньше он и мечтать не мог. «Я не люблю, когда используют мои ресурсы. Такое было в моей жизни. Я не люблю вспоминать. Но в свое время моя любовь к мужчине позволила ему достичь невероятных результатов в карьере, быть капитаном. Я готова идти со своим мужчиной рука об руку, помогать ему своей мудростью и любовью, поддерживать его», рассказала телезвезда. Интересно, что с новой женой у Дмитрия Тарасова дела идут не так хорошо, как при Ольге Бузовой. Ходят слухи, что у футболиста сейчас значительные финансовые проблемы. С середины лета звезда сидит без работы. Поговаривают, что он даже пытается продать большой дом, в котором сейчас живет семью. Более того, с некоторых пор экс-супруг Ольги Бузовой пересел на метро. По словам звезды спорта, общественный транспорт выручает его, когда Москва стоит в пробках.